Лара теж була шльондрою Радзиховського? Я думала, вони були просто коханцями. Ти що, знала? І мовчала? А що я мала розказати про це всьому місту? Всі мене без гріха. А зачем то, Ларі? Деньги? Ну, не тільки. Вона якось обмовилась, що придумала план. Як перестати драїти чужі унітази і самі почати розказувати, кому, що і як драїти. Вона збиралась продати обидві нирки? Ні. Вона збиралася завагітніти від якогось багатія, а потім змусити його одружитися на ній. А якби він відмовився? Тоді народити дитину і качати статуся гроші до її повноліття. На кого пав її вибір, знаєш? Ну, дівчата, цього я не знаю. Але якщо план спрацював, то батько дитини міг стати вбивцею Лари. Шуть. С места. Я вооружен. Руки. Сейчас медленно поворачивайся ко мне. С ума сошел? Ты мне чуть заикой не сделал. Надо было так ворваться. Это я еще виноват. Ты совсем спятила. Проникла в чужой дом посреди ночи. Я имел полное право тебя убить. Ты хотел, чтобы я сидела сложа руки, когда знаю, что Радзиховский не дома? И решила стырить парочку Лариных вещей? Какой ты самодовольный. Не свети. Не удивляюсь, что ты профукал важную улику. Какую важную улику? Ту, которая должна была изменить Ларину жизнь. Что это? Тест на беременность? Это не просто тест. Это путевка в новую жизнь, которую Ларе не дал осуществить убийца. Что это значит? А ты не знаешь, что означают две полоски на тесте? Лара была беременна. Ничего не хочешь объяснить? А что я должен объяснять? Ты был ее врачом. Ты не знал, что она беременна? Да, я не знал, что она была беременна, потому что не было никакой беременности. И я, как ты говоришь, был ее врачом. Я лично выписывала ей противозачаточные. Ну, конечно, просто у Лары было такое хобби, да, собирать положительные тесты на беременность. А я откуда знаю? Ты женщина, ты мне скажи. Вас же не поймешь, у вас свои причуды. Ребят, простите, я боюсь, Тоха прав. У меня на руках заключение судмедэксперта, и здесь черным по белому написано, что на момент смерти Лара беременной не была. Вот, чего требовалось доказать. Результат пересмотрен. Почему? Это что значит? А, такое бывает. Иногда результаты экспертиз действительно пересматривают, если вдруг пришли какие-то новые данные или, например, выяснилось, что исследуемый материал жертве не принадлежал. Обычное дело. Напутали, как всегда. Это же ненормально. Я бы пересмотрела, я бы проверила еще раз. Погодите, нам это зачем? Судмеды что-то напутали, вы ведетесь. Может, полезным чем-то займетесь? Или думаете, мне тут прикольно сидеть, как каторжник на болотах? Судмедэксперт Козловский, что-то знакомое. Он же приходил в дом Радзиховских на днях, дал мне визитку. Да, действительно был. Заходил, говорил по поводу какой-то благотворительной вечеринки. И, кстати, не исключено, что у него действительно сохранился первоначальный результат экспертизы. Когда мы ее увидим, поймем, кто отец ребенка. Точно. Какой отец? Погодите, какой отец? Стоп! Вы серьезно собираетесь проникнуть в кабинет должностного лица из-за несуществующей беременности? Да это бред, это безумие. Вас посадят, как минимум. Вы не там копайте, друзья мои. Друзья? Ты меня разжаловал и жен друзья? Марта. Вот не до шуток сейчас, правда. Вместо того, чтобы раскручивать этого Козловского, оставьте в покое его. Займитесь Радзиховскими. Я уверен, это их рук дело, убийство. Не исключено, дорогой мой друг, но это надо еще доказать. Неприятно признавать, но господин Ищейка прав. Я тебя вытащу, я обещаю. Счастливо. Рита! Так, пани Виктория. Где мой шелковый топ? Ты что, забыла его забрать из химчистки? Справа в тим, пани Виктория, еще я… Рита, ты издеваешься? Он уже третий день там валяется. А если вы потеряли? А мне он нужен. Але ж вы начебто сегодня никуда не собиралась. А это не твое дело. Я звезда. У меня непредсказуемая жизнь. А вдруг он мне понадобится? Я зрозуміла, добре. Я миттю за ним збігаю. Постой. Знаешь, Рита, ты в последнее время стала какая-то рассеянная. Забываешь забрать вещи. В доме. Бардак. Ты что, влюбилась? Ні, що ви, пані Вікторія. Я ні в кого не закохалась. Ні-ні-ні. Ну, тогда, видимо, ты не дорожишь своей работой. Мне дуже подобається ця работа. Тогда почему ты ее плохо выполняешь? Ты помнишь, о чем я тебя просила? Я просила тебя выяснить, с кем мне изменяет мой муж. Мне нужно просто имя. Але мені нема чого з'ясовувати, тому що він вам не зраджує. Что ж ты все время повторяешь одно и то же? Да, видимо, ты все-таки не слишком дорожишь ни своей работой, ни положительными рекомендациями. Ой, не Виктория. Иди. Мне все еще нужен мой топ. Давай. Смотри, чтобы получить первоначальные результаты экспертизы, нам надо как-то раздобыть ключи от кабинета судмедэксперта. А если выкрасть их у Козловского? На благотворительной вечеринке Евелины и Леонида. Мы с тобой там будем абсолютно легально, меня Радзиховский официально пригласил. Ну да, я помню, как кое-кто проявлял особое рвение, чтобы получить это приглашение. Слушай, тебе средства или результат важен? Давай подумаем, как мы выкрадем ключи. Не знаю. Надо думать. Ой. Эй, полегче. Извини, это не я, это наш доблестный автодор. Конечно. Просто признайся, что ты давно мечтал меня чем-то стукнуть. Послушай, у меня есть идея. Уж простите, ради бога, извините, мне неловко. Марта, это семена льна. Я делаю из них компрессы, чтобы забеременеть. Я уверена, из вас получатся отличные родители. Да, но мы уже несколько месяцев пытаемся, и все безрезультатно. Стас очень хочет детей. В первом браке у него их не было. И я боюсь, что если я не смогу родить, он бросит меня так же, как и Ольгу. Ну что вы. Прекрасно знаете, что с Ольгой они расстались не из-за этого. Расстались, потому что она сумасшедшая. А что, если она стала такой именно из-за того, что не смогла сделать его счастливым? Так, послушайте. У меня есть знакомые, которые долгое время не могли забеременеть. Потом обратились в клинику профессора Физькова. У них теперь отличное двойня. Давайте я достану контакт. Можно попробовать. И еще. Стас вас очень любит. Это видно. Потому как он смотрит на вас, как он заботится о вас. Этого не скроешь. Прошу. Дякую. Рито, стривай. Що таке? Сідай. Що сталося? Ну, сідай, сідай. Ну, дивись, зазвичай ти мені робиш чай. Так. А зараз я тобі зроблю чай. Щоб ти відчула, що про тебе теж піклуються. З цукром. Угу. Одну ложечку. Вибач, не втримався. До речі, давай ти не будеш більше говорити мені ви. Ти набагато краще. Для вас, може, краще. А для мене – ні. І взагалі, я думала, ви хочете переді мною вибачитись за вчорашнє, а ви навіть не каєтеся. Чому я маю каятися? Ну, знаєте… За багато років я відчув себе щасливим, а той поцілунок. Він же вдихнув мене життя. Я не хочу більше каятись. Я хочу бути щасливим, ну хіба це злочин? Пане Дмитре, нас може побачити пані Вікторія, а в мене тут ще навіть не прибрано. Ну а чай? А чай? І чай сховайте, інакше вона взагалі мене звільнить. Что, Марта, ты что-то хотела? Хотела сказать, что посуда вымыта и плита тоже. Мне чем заняться? Стиркой или цветами? Ты точно горничная, Марта? Обычно они не задают таких идиотских вопросов. Всегда есть что делать. Конечно. Я хотела сказать, что мои хозяева уезжают до пятницы, поэтому, если нужно, я могу к вам приходить, хоть каждый день помогать с уборкой, поговорить, может. О чем мне с тобой разговаривать? Цветами займусь. Ну і нащо стерла? Було ж гарно. Не впевнена. Мені здається, якось занадто яскраво. Ти і не впевнена, це щось нове. Швидше давно забути старе. Так давно нікому не хотіла подобатись, що зовсім забула, як це робиться. І кому ж так пощастило? Новому охоронцеві Радзиховських? Не впевнена. Я вчора перед ним ледь зі спідниці не вискочила. А він нуль на батарею. Спокійно. За справу береться справжній професіонал. Який? Я? Будемо робити з тебе справжню леді. А яка ознака справжньої леді? Кількість діамантів на пальцях? Кількість розстібнутих гудзиків. Запам'ятай, блузка застібнута на всі гудзики – ознака покоївки. А розстібнута до пупка – ознака повії. О, добре, що зупинились. Тепер, слава Богу, не належу ні до тих, ні до інших. Зовсім інша справа. І ще ось це. Так. А ну, встань. Встань, встань. Чудово. Повернись. А тепер ось так. Це що? Від панянки до пацанки? Навпаки, від простачки до справжньої панянки. Справжньої леді. Якось незвично. І треба ще туфлі пристойні підібрати. Ходімо, а то в цих кедах на тебе жоден чоловік не гляне. Ой, почуваюся справжньою хрещеною феєю. Я сподіваюся, після цього не перетворюся на гарбуза. Так, я не поняла, а что здесь происходит? Паня Виктория, я даже попрошу, я тут ни при чему. Я просто прибрала, а тут... Рита, слезь с дивана, ты продавишь обивку. Вибачте. Диме, а зачем нам два пылесоса? Тебе что, деньги некуда девать? Не хвилюйся, кохана. На нього була суттєва знижка. До речі, Рита багато працює, тому я вирішив, ще один пилосос нам не завадить. Невероятно. Ты так заботишься о нашей горничной. А я уже забыла, когда ты так беспокоился обо мне. А ты знаешь, я тебе тоже хотел сделать подарок. Да? Так, блендер. Але згадав, что на кухне, в пральне, а тем паче в дитячій, ты майже не появляешься. Нина, ну при чем здесь блендер? Возле магазина техники есть ювелирный. Вот и подумай, что приятного ты можешь сделать мне. Все, мне пора на репетицию. Вибач. Дмитро Володимирович, вибачте, що я не оцінила ваш подарунок. Я просто так злякалася, але це дуже приємно. Давай. Я просто за тебе дуже переживаю. Спасибі. Ай! Що ж за день такий? Дмитро Володимировичу, де болить? Кажіть мені, де болить? Чекай, це стара травма. Де? Ось тут? Кажіть, не ворушіться, будь ласка, лежіть. Я викличу швидку, швидку викличу на телефон. Боже, де це телефон? Давай, не там. Що ви звоните, як на пожарі? Дякувати Богу, ти вдома. А тут звоню хорошо, и там никто не відповідає. Будь ласочка, побудь за Харчиком. Я не могу, я на работе, ты что? Мне терминал потребно в лекарню, будь ласочка. Подожди, как же? Плачь, маленький. Ну... Дякую. Тихо. Что? Ну, пойдем, поможешь убираться, да? Если Юлина нас не выгонит. Ты же знаешь, как давно я мечтала о серьезной роли. Знаю, знаю. Но чтобы ее получить, придется очень постараться. Я что, недостаточно хороша? Ну что ты. Как по мне, ты совершенство. Но я ведь не все решаю. Надо, чтобы тебя утвердили продюсеры. Так в чем дело? Посоветуй мне. Я советовал и неоднократно. Но понимаешь, они хотят видеть в этой роли актрису, которая символизирует хранительницу домашнего очага. Эдакую Анджелину Джоли. У Анджелины Джоли 6 детей, а у меня 1. Где я возьму еще 5? И я что, по-твоему, не похожа на любящую мать? Заметьте, не я это сказал. Согласись, в последнее время твой имидж качнулся в сторону ветреной красотки. Я такая, какая есть. Замечательно. Но если ты хочешь получить эту роль, надо быть такой, как надо. А как надо? В монастырь пойти? Ну зачем же так? Появись на публике вместе с мужем, ребенком, поулыбайся. Вот ты у меня гений. Как и ты. Угу. Алло. Говори быстрее, я на репетиции. Как больница? Мариночка, ну все как обычно. Он приличный, вполне приличный, милый даже. Нет, он не бизнесмен. Он журналист. Ты давай на дорогу смотри, понял? И музыку громче сделай. Да здесь я, здесь. Да я тоже писак не люблю, ну что поделать, работа есть работа, правильно? Да, давай. Ты же это все знаешь, все умеешь. А если нет, уволю, рыба моя. Уволю. Вот и давай, вот и хорошо. Значит, я рассчитываю на тебя сегодня. Дмитро Шевчук, його щойно привезли. А ви хто? Ви його дружина? У нас пускають тільки родичів. Ну так. Його готують до операції. А можна його побачити? Лікарю, Вікторе Борисовичу, тут до футболіста просяться дружина. Угу. Лікарю, скажіть, як він, йому боляче? У вашого чоловіка травма меніска. Для футболістів ця історія не нова, але з огляду на те, що він вже травмував цю ногу раніше, доведеться робити операцію. Але ж з ним усе буде гаразд. Скажіть мені правду. Ми зробимо все, що від нас залежить. Але казати про результат зараз зарано. Травма стара, можливі ускладнення. А зараз, вибачте, мені час іти. Лікарю, допоможіть йому, я вас благаю. Эдуардовна, вы где? В музее Пикассо. Если тебе не знаком кубизм, можешь просто идти на голос. Аналитический кубизм. Что ты сказала? Холл убранная, спальня тоже. Это что? Ребенок? Ты привела в мой дом ребенка? Елена. Кто это у нас? Кто это у нас такой ненадолго маленький? Я все объясню. Такой чудесный, такой мальчик. Это сын Шевчуков. Да я знаю. Разве этого мальчика можно с кем-то спутать? Что у них ЧП, и попросили меня с ребенком посидеть. Это совсем ненадолго. Захарка, Захарка. Марта, ты иди отсюда. Иди, делай то, что тебе нужно. А мы посмотрим дом, да? Мы посмотрим наш дом. Смотри, какие игрушки у тебя. Какие у тебя красивые, боже мой. Какой мальчик. Иди ко мне, Захарушка. Господи, Віта, що з моїм мужем? Справа в тім, що він послизнувся і... Да успокойся. Він футболіст, вони постійно падають. Так, але лікар говорить, що, можливо, пан Дмитро більше ніколи не зможе ходити, не шкутильгаючи. Тільки доктора Хауса мені не вистачало. Хоча больной муж – це може бути... Очень неплохо. Здравствуйте, доктор. Я хочу видеть своего мужа. Вы обычно, а вы кто? Я кто? Будь ласка, ходімо зі мною. Я Виктория Шевчук, жена известного футболиста Дмитрия Шевчука. Взагалі-то дружину Дмитра Шевчука щойно повели до нього в реанімацію. Это я жена, а она горничная. Идиоты. Стоять! Нет, ну почему? Я имею право знать. Зачем ты сюда звонишь? Что случилось? Конечно. Мой друг и моя жена спелись за моей спиной. И теперь меня не слушают. Ты считаешь, что нормально? Ты о чем? О том, Марта. Я вас просил отказаться от подозрений по судмедэксперту. Но вы меня не послушали. Вы и дальше продолжаете копать не там. Слушай, мне одного непризнанного командира хватает. Теперь ты? Тебе не нравится, что давай, приезжай сам. Делай. Ты издеваешься, да? Нет, не издеваюсь, мне надо. Времени нет. Все, давай, мне бежать нужно. Пока. Алло. Зараза. Добрый вечер. Островские. Островские. Алла и Борис, вижу. Пожалуйста. Моя фамилия Антипов. Антипов. Так, Козловский, погоди, да? О, какие люди, какие люди. Проходите, господин Антипов, ждал вас. Там все напитки в вашем распоряжении. Девушка, любой. Свои, парниша. Так, сидите, это Мариночка. Расслабься, расслабься. Но не забывай о клиенте. Он, скорее всего, будет в ужасающем пиджаке и со стаканом неразбавленного виски в руке. Пойдем покажу. Благодарю. Ну что, как вам наша благотворительная вечеринка? Ну, все на высшем уровне. Леонид Григорьевич, по-моему, лучше не бывает. Ну, отлично, я рад, что угодил вам. Теперь хотелось бы, чтобы вы угодили мне. Сделаю все, что в моих силах. Вот, видите, вон ту, вон за моей спиной. Пестью. Мариночку помните? Ну что, такое разве забудешь? Сейчас Мариночка выглядит вполне счастливой и беззаботной, но вы ведь знаете женщин. Раз, и вот она уже начальна и беззащитна. В связи с этим вопрос. Вы бы смогли ей помочь, если что? В каком смысле? В сугубо медицинском. Я имею в виду, если Мариночка вдруг к вам прибежит, вся в слезах, и заявит о надругательстве, вот со стороны того субъекта рядом с ней, вы сможете подтвердить ее слова документально? Поймите, Леонид Григорьевич, это дело очень такое, знаете, щекотливое. Я понимаю, потому к вам обращаюсь. Предыдущий врач, надо сказать, всегда шел мне навстречу, помогал. Я оставался довольным моей благодарностью. А сейчас он где? Уехал. Отдыхать. Надолго. Сделаю. Ну, чего не сделаешь для хорошего человека. Рад слышать. Ну? Как обстановка? Господи, ты меня напугал, как всегда. Наш план в силе? Да, все нормально. Только вот Антон какой-то нервный. Может, поговоришь с ним, а то, чтобы не творил ничего. Хорошо, давай. Спасибо. Я рад, что мы находим с вами общий язык. Вечеринка отменная. Отлично. Прошу прощения, жена. Ой, простите, ради бога. Господи, простите, пожалуйста. Так неловко. Кстати, это был мой новый костюм. Боже, как неудобно. Простите. Новая рубашка. Я не хотела. Новая бабочка. Все было новое. Простите, пожалуйста, давайте... Нужно замыть. Я вас проведу, пожалуйста. Да. Извините меня, пожалуйста. Господи, как неловко. Сюда? Да, пожалуйста, да. Заходите. Вот там. Мне, правда, очень неудобно. Я весь мокрый. Простите, пожалуйста. Да. Подождите, я сейчас принесу вам халат. Можете пока надеть и отдать мне брюки. О, брюки. Знаете, звучит заманчиво. У нас в прачечной пятновыводитель. Вам повезло, что вас соблюла горничная. Да, это я уже понял. Я скоро. Да. И я жду. Конечно. Давай быстрее, он сейчас бросится меня искать. Сейчас. Есть. Давай, беги обратно. Я ключи под дверь подсуну. Скажешь, выпали случайно. Борисович, ваши брюки готовы. Я тоже готов. Спасибо. Да, кстати, Марта, для того, чтобы снять с мужчины брюки, не обязательно их обливать коньяком. Достаточно просто расстегнуть. Это было бы слишком просто. А вы не ищете легких путей? Нет. Может, схожу за шампанским? Нет, не нужно. Пока вы бегали с брюками по дому, я приготовил сюрприз. За вас, Марта. Там кто-то есть. Вам показалось. Хорошо. Хочу выпить из вашего бокала, чтобы узнать ваши мысли. О. Да, братишка. Привет, старик. Звоню сказать, что все идет по плану. Да. Да. Большую часть дела мы уже провернули. Скоро мы тебя вытащим. Да ладно. Что вы задумали? Скажем так, ключи уже у нас. Сейчас дождемся окончания вечеринки и закончим то, что начато. Погоди. Вы куда собрались? В это бюро судмедэкспертизы? Та, которая возле Авалона? Да. Только давай обойдемся без подробностей. Ну, послушай, я же волнуюсь. Все будет хорошо, успокойся. Конец связи. Черта лысого, хорошо. Борис, теперь встаньте. Виктор Борисович, прошу, спешите. Ты что? Что наделал? Я хотела его просто снотворным усыпить. Что я наделал? Это вот это называется благодарность, да? А как мы объясним теперь это? Ты что? Ох. Максим, а что ты здесь делаешь? И вообще, что происходит? Леонид Григорьевич, я сейчас все объясню. Тут такая ситуация. Да уж, ты постарайся объяснить. Да дело в том, что он... напился, понимаете, а потом уснул. Да еще и буянил, мебель поломал. Так, хорошо. А Максим? Ну, я испугалась, закричала, Максим на крик прибежал. Понятно. Ладно, ну, оставляйте его здесь, пусть отоспится. А ты, Марта, живо домой. Максим, отвези ее. Виктория, що каже лікар з паном Дмитром, буде все гаразд? Да все в порядке, ходить будет. Пройдет курс физиотерапии и массажа. Дякую. Я так за него хвилювалася, бо це все сталося через мене. Пробачте. Вот именно, Рита, все из-за тебя. Ну, не стоит так уж себя во всем корить. Ты столько для нас сделала. Вызвала скорую, отвезла моего мужа в больницу. А я? Где я была все это время? Почему меня не было рядом? Ну, вы были на репетиции? А должна была быть рядом с ним. И тогда медсестра назвала бы его женой меня, а не тебя. Пані Вікторія, але ви ж не знали, що так все станеться? Не оправдывай меня, Рита. Я знаю, как я виновата. Потому что семья всегда важнее карьеры. Всегда. Даже такой успешный, как моя. Вы правее, я прикола. Все чисто. Заходи. догадаться подсыпать снотворное в спиртное. Это слава богу, что он до конца бокал не выпил. Иначе на один труп было бы больше. Бить человека по голове табуреткой, по-твоему, гуманней? Слушай, что он спиной стоял, не видел тебя? Зачем ты вообще пришел? А что я должен был делать? Этот Буров на тебя набросился. Тебе нужна была моя помощь? Да не нужна была мне помощь. Я сама справилась. Вот знаешь что? Твоя вот эта самостоятельность до добра нас не доведет. Твоя тоже. Нашел. Вот. Дело Ларисы же. Олейник. Посвети. Ага. А вот и первоначальный вариант экспертизы. Ну что, я нас поздравляю? Извини. Да, Вера. Нет, неудобно. Давайте завтра. І чого ти не запросила його на побачення? Не знаю, він був якийсь розгублений. Сказав передзвонити пізніше. Так це ж добрий знак. Ви думаєте? Ну, звичайно. Інакше б він взагалі слухавку не підняв. Давай договоримся, что ничего этого не было. Да, я тоже хотела предложить, Марта Андреевна. Нет, не нужно на вы переходить, вызовите подозрения. Вот здесь вот заключение эксперта беременна. Ну как такое может быть? Он там говорил, что выписывал ей противозачаточные. Или не сама прекратила их пить, или кто-то вынудил? Кто-то вынудил. Да, точно. И тот, кто вынудил, заставил эксперта поменять свое мнение. Беременность – отличный мотив для убийства. Да. Очень даже серьезный мотив. Я надеюсь, что беременность выведет нас на убийцу. Уходим.